В инженерно-технологическом лицее прошел марафон творческих программ, посвященный важной теме – пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. В финале приняли участие команды победителей зональных этапов из 10 городских округов Подмосковья. Тему продолжит наш корреспондент. Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах – большой творческий конкурс, в котором ежегодно принимают участие сотни человек. Только на областной этап фестиваля в этом году представлено 57 работ из 39 муниципальных образований Подмосковья. Но в финал вошли только 10 лучших. Среди них команда «Экспресс», которая представляла Орехова-Зуева. К выступлению ребята готовились больше 3 месяцев. Когда мы вообще начали изначально заниматься, мы смотрели сценарий и по нему прям прогоняли. Мы учили песни, мы какие-то песни убирали, слова добавляли, убирали слова. Это было интересно. И если у кого-то что-то не получалось, наша семья юидовская нас поддерживала. Были сложности, но мы со всем справились. Мы с командой надеемся на первое место. Тема безопасности на дороге в этом марафоне раскрылась с разных сторон. От ярких анимаций до театрализованных сцен. Жюри, состоящее из профессиональных педагогов и представителей автоинспекции, внимательно оценивают не только креативность, но и образовательный аспект представленных работ. Критерии оценки понятны. Это творческая новизна, это слаженность, это отрепетированность, это идейность мероприятия. В любом случае, здесь главный не конкурс, здесь главная фестивальная составляющая, потому что все дети-победители – те, которые знают правила дорожного движения. Такие конкурсы проводятся, конечно же, для пропаганды правил дорожного движения, чтобы маленькие дети уже со школьных времен изучали правила дорожного движения и рекомендовали изучать своим сверстникам. Этот марафон стал не только полем для творчества, но и важнейшей инициативой в формировании культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.